праздниками. Что касаемо сегодняшнего мероприятия, хочу отметить, в таком формате оно проходит второй год. В этом прекрасном конце Дома культуры железнодорожников закрепилось данное мероприятие. Очень рад, что традиции, которые подвигают наших литовцев к меценатству, к благотворительности, закрепляются в нашем сознании. Видите, какое большое количество активных и равнодушных граждан собрало сегодняшнее мероприятие. Наша цель – объединить всех вокруг общепринятых человеческих ценностей и направить их возможности на решение важных социальных программ. В данном случае сегодня мы свою активность направляем на помощь нашим деткам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Я уверен, что в течение сегодняшнего вечера мы услышим и истории, и счастливые разрешения этих историй, и большое количество людей, которые с удовольствием откликнулись на наше приглашение. Соответственно, с огромной благодарностью обращаюсь абсолютно ко всем ребятам, которые принимали участие в организации данного мероприятия, но и ко всем тем, кто нашел время и пришел к нам сюда, для каждой задорожника.